Результат удовлетворительный. Ярославль оказался 179-м в рейтинге 300 крупнейших городов России. Специалисты портала домофон.ру провели масштабные исследования. У людей спрашивали, довольны ли экологией, услугами ЖКХ, транспортом и даже соседями. Подробности о ярославских районах расскажу далее. В лидерах Заволжский район. Оказывается, его жители ценят свежий воздух, близость соснового бора и его красоту. Также важно оказалось наличие шаговой доступности магазинов и торговых центров. Минусы заволжане ставят в основном за дороги и работу коммунальных служб. На втором месте Кировский район. Его жители довольны местоположением. Сердце города как-никак. Рядом все развлечения. Но минусы все же есть. Это дороги, плохая экология, огромное количество транспорта под окнами и так далее. Следом идет Красноперекопский. Его жители ценят спокойствие и комфорт. Отрицательные эмоции вызывают транспорт, в частности пробки по пути в центр, экология и дороги. Четвертое место – Ленинский район. Его жители ценят близость к центру и развитую инфраструктуру. Жалуются люди преимущественно на недостаток освещения и вред точечной застройки. Предпоследнее место – Брагино. Его жители довольны близостью Волги и наличием парков и зеленых зон, транспортной доступностью. Зато недовольны уборкой улиц и качеством дорог. Аутсайдер этого рейтинга – Фрунзенский район. Его жители довольны тишиной и развитой инфраструктурой. Больше всего жалуются на стихийные парковки, качество дорог и пробки.